Эка без пиздежа, блядь. У меня какая-то ошибка, блядь. Я сейчас скину. Сейчас, погодите, все пофиксим. Надеюсь, без перезапуска компа, блядь. Ой, бля. Бля, мне, короче, менеджер пишет мой, типа... Бля! Ой, бля, так... Слушайте, я надеюсь, это ой, бля, это типа недоразумение какое-то, которое сейчас пофиксится, блядь. Ага, мне скинули, если в случае ошибки. В конце написано, как фиксить. Ну, блядь, сейчас буду фиксить. Что еще, блядь, мне делать остается? Короче, те, кто ждет, блядь, минуток через 5, подходите, блядь, подлетайте пока, чтобы вас не задерживать. Чтобы я уже все сделал. Потому что тут есть, конечно, если в случае ошибок, что вылазит.